Кейси Джонс, не притрагивайся к этому. Эй, не сомневайся, дорогуша, я не переутомлюсь. Кого это ты называешь, дорогуша? Я не беспокоюсь о тебе, я беспокоюсь о базе. Майки, не неси столько тарелок одновременно. Прошу, дайте мне провести мое великое открытие завтра. Мастер! Мастер Сплинтер, я бы никогда не открыла магазин без всех вас. И я благодарна вам за помощь, но... С меня достаточно! С этого момента никто не дотрагивается к антиквариату, кроме меня и Дона. Все слышали? Займитесь чисткой и приведите свой внешний вид в порядок. Что? Но я еще ничего не разбил! Значит, скоро разобьешь. Какая она угрожающая. Она всегда такая. Даже и близко нет. Ты ее еще не видел недавно. Я просто собирался поесть хот-дога с... Хорошо. Похоже, бизнес процветает. Что еще можно было ожидать после всей нашей непосильной работы с антиквариатом? Служба вознаграждает дающего, а не получающего, Рафаэль. Я знаю так же, как и вы, что вы ей помогали не ради вознаграждения. А где Майки? Я нашел это очень интересное место в средневековой Японии. Да я тебе скажу, понять это не так легко. Эй, вы, сколько вы за эту вазу просите? У вас хороший вкус. Я нашел ее далеко в одном месте, известном как Джихуни. Видите, тут есть царапина. Это случилось потому, что мне не понравилось, как Рафаэль ее нес.